2 августа всем знакам зодиака не стоит бояться рискованных идей. Обязательно повезет в любых начинаниях. Овны. Ваш новый день подходит для начала нового проекта, сложных переговоров или доработки всех деталей дела. Если вы будете следовать своему плану, успеете закончить много и сохранить энергию на вечер. Не бойтесь отказываться от устаревших вещей или взглядов, тогда вам откроются новые возможности. Тельцы, контролируйте свои траты, есть шанс потратить гораздо больше, чем вы можете себе позволить. Советы окружающих могут подтолкнуть вас к важному решению, поэтому стоит прислушаться к их мнениям по разным вопросам. 2 августа для вас удачный день, чтобы сделать несколько шагов к своей мечте. Близнецы, в работе обращайте внимание на мелкие детали, они могут сыграть решающую роль. Звезды советуют не отступать от своих планов и следовать ранее намеченному пути. Упорство будет вознаграждено. Проект начнет приносить хороший доход. Не забывайте об отдыхе. Раки. Качественно сделанная работа принесет вам моральное удовлетворение и финансовый успех. Порядок на столе и в рабочем графике помогут вам плодотворно провести день и сэкономить драгоценное время. Не вступайте в споры, пытаясь во что бы то ни стало доказать свою правоту. Чаще уступайте. Львы. Общение с коллегами, обсуждение планов или методов работы будут полезными для вас. Так можно будет услышать нужные замечания или советы. Звезды советуют не сбиваться с рабочего ритма, не отвлекаться на посторонние второстепенные дела. Спешка может привести к ошибкам. Девы. Ваше настроение может поднять забота о близких, участие в их делах или проблемах. Вам стоит больше внимания уделять тем, кто нуждается в вашей поддержке или совете. Не отказывать в помощи окружающим. День ожидается напряженный, поэтому постарайтесь сохранять рабочий настрой и оптимизм. Весы, готовьтесь к тому, что реализация ваших планов 2 августа может натолкнуться на активное сопротивление. Придется решать много проблем, принимать решения быстро и реагировать на новые обстоятельства. Есть шанс исправить некоторые ошибки, которые были допущены вами ранее. Скорпионы, если вам удастся быть в центре событий и проявить себя с лучшей стороны, ваша активность будет замечена руководством. Знакомство с влиятельными людьми поможет вам получить повышение в должности. Генеральная уборка в доме приведет в порядок ваши мысли и успокоит нервы. Стрельцы, перед вами 2 августа откроются удачные возможности, которыми надо быстро воспользоваться. Если отложить на потом принятие решения, обстоятельства изменятся и шанс будет упущен. Можно экспериментировать или принимать рискованные предложения. Удача на вашей стороне. Козероги, будьте активнее, проявляйте инициативу, предлагайте интересные идеи. Тогда вы получите выгодное предложение или возможности карьерного роста. Звезды рекомендуют не тратить зря рабочее время и избегать бесполезных разговоров. Сконцентрируйтесь на самых важных вещах. Водолеи, в потоке дел и проблем вам будет сложно найти гармонию и сосредоточиться на каком-то одном деле. Постарайтесь дистанцироваться от окружающей суеты и отвлекающих моментов, чтобы закончить свою работу. В личных отношениях все прекрасно, взаимопонимание укрепляется. Рыбы, обсудите свои предложения и планы с близкими, они дадут хорошие советы и укажут на возможные ошибки. Ищите выгодные возможности в обычных делах или встречах, соглашайтесь на предложение. Сложные вопросы или неприятности лучше решать в коллективе, в командной работе. 2 августа всех знаков зодиака звезды столкнут с необычными и неординарными людьми. Велика вероятность встретить хорошего друга. Звезды знают, что говорят.